Здравствуйте, дорогие участники совместного проекта «Ветер в гриве». Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня я хочу представить процессы продвижения готовой работы наших участников по совместному проекту «Ветер в гриве». Мы вышиваем лошадок, вышиваем их из большой любви к этому животному и дизайнам с лошадками, ну а, конечно же, также и на примету, потому что лошадки помогают нам сменить работу, улучшить нашу работу и все, что связано с профессиональной деятельностью. Поэтому многие участницы вышивают своих лошадок именно с такой целью, и у нас есть уже хорошие результаты. Я не исключение, у меня тоже моя жизнь наполнилась работой, наполнилась различными делами, и я тоже на себе прочувствовала результат, что значит вышивать лошадок. Много раз слышала от рукодельниц, но, честно, не могла себе представить, что будет именно вот такой эффект. Поэтому ничего случайного не бывает, нужно направлять свои мысли и формы в правильное направление, и все обязательно у нас получится. Ну, а я приглашаю вас к просмотру, поехали! Светлана Селезнева отчитывается по своему процессу. Это оригинальный набор фирмы «Золотое руно». Есть хорошее продвижение, но Светлана очень переживает о результате. Кажется, что получается пиксельно. Ну, действительно, у фирмы «Золотое руно» дизайны проработаны таким образом, что немножко не хватает четкости, нет бэкстича. Но в целом картины обычно получаются очень-очень эффектные, красивые. Я думаю, что все у вас получится, Светлана, продолжайте вышивать обязательно, и в итоге получится очень красивая работа. Удачи вам! Елена Тарануха вышивает набор фирмы «Лукаэс» у домика и присылает нам третий уже отчет. Это за апрель месяц, отшит четвертый лист, всего было 16 вышивальных дней, пишет Елена. Здесь у нас отшита часть лошадки и начался вышиваться домик. Пишет Елена, что процесс очень нравится и получается очень-очень хорошо. Конечно же, более подробную информацию вы можете посмотреть на канале у Елены, ссылка в инфобоксе. Ирина Силаева, одна из наших самых активных участниц, отчитывается в нашем совместном проекте и, во-первых, представляет нам готовую работу. Это бисер, набор фирмы Чаривна Мыт, называется «Вольный ветер». Также завершилось арабское сокровище, это риолис, мы видим, какая красота получилась. Ну и есть у нас отчеты по следующим процессам. Это риолис Амазонка, вышивается на 15-м каунте, тоже очень хорошее продвижение. Хорошо продвинулся дизайн фирмы «Легенда», фирмы «Панна», называется «Легенда», размер здесь 34 на 34 сантиметра, мы видим, что вышивался фон, ну а также вышивался и чемпион от фирмы «Лукаэс». Вот такие вот замечательные процессы и результаты у Ирины, поздравляем с готовыми результатами. Вера Сбродова вышивает набор фирмы «Джусанды», вышивается на 14-й аиде в две ниточки, размер работы будет 65 на 52 сантиметра, здесь используется 38 цветов, основа идет с напечатанным принтом, название картины «Русская тройка». Пишет нам Вера, что вышито здесь, прибавилось 650 крестиков, вышивались деревья, ну и мы видим, что картина потихонечку продвигается. Желаем удачи и ждем новых отчетов. Наталья Ступак вышивает оригинальный набор фирмы Custom Crafts, две замечательные лошадки, и пишет: «Отшила лист, потом через некоторое время решила отшить и другой. Захотелось увидеть глазки лошадок. В первом листе отшивался почти один фон, и поэтому решила отшить еще один. Позади 10 листов, впереди еще 6. Отшивается легко. Немного надо было потрудиться на глазках, на ушках, на носиках, а остальное вышивалось легко и непринужденно. И какая красота получилась! Здорово, очень интересно наблюдать за процессом. Ждем новых отчетов».
Катерина Плотникова присылает нам отчет по своему дизайну, который она вышивает. Размер работы готовый будет 33 на 47 сантиметров. Участвует здесь 60 цветов. А вот так на первый взгляд и не скажешь. И у Катерины уже готово 70% работы. Пишет нам Катерина, что опасения прошли и работа нравится. Вначале Катерина написала, что немножко сомневается в результате, так как работа выполнена в сепии, и вначале не было четкости. Но вот сейчас видно, что получается действительно очень-очень хорошо, когда смоется разметка и когда оформится работа, будет очень здорово. Держим за вас кулачки и ждем, конечно же, финиш. Татьяна Муратова отчитывается по своему процессу. Это наборчик фирмы Алиса, называется «Лошадки». Размер готовой работы будет 22 на 26 сантиметров. Вышивается на основе фирмы «Гамма» 14 каунт и используется 23 цвета «Мулине Гамма». Пишет, что за апрель месяц продвинулась хорошо работа, вышилась мама лошадка же ребенком, ну и теперь Татьяна планирует подниматься выше, вышивать небо, речку, островок, ну а мы, конечно же, будем ждать отчета удачи. Марина Лакиза вышивает дизайн фирмы Панна, это оригинальный набор фирмы Панна, по-моему, золотая серия, называется «Силушка богатырская», очень интересный дизайн. Я еще не видела отшивов этого дизайна, вот у Марины мы наблюдаем. Есть хорошее продвижение, вышелся левый верхний уголочек, заполнился цветами. Ну и теперь мы, конечно же, ждем, что появится уже где-то и богатырь. Поэтому ждем следующих отчетов. Элиза Левиева отчитывается, во-первых, по своему бисерному процессу, это аллюр от магии канвы. В прошлом отчете Элиза с нами делилась, что данный процесс уже выполнил, так сказать, свою функцию, примета сработала, и поэтому Элиза старается вышивать по чуть-чуть эту работу, чтобы, так сказать, полностью насладиться этим процессом и получить по максимуму все от загаданного желания. Ну а также Элиза добавляет второй процесс, очень интересный. Это работа от фирмы Новослобода, и эту работу Элиза будет вышивать для своего папы. Вот такой вот старт, очень нежная, красивая работа. Желаем удачи, ждем следующих отчетов. Светлана Кузнецова вышивает новиночку от фирмы Риолис, это пара лошадей. Вышивается шерстью, используется крест, полукрест, французский узелок, стежок и бленды. Пишет Светлана, что появились уже первые крестики лошадок, работа очень нравится, вышивается легко, небольшими цветовыми участками. Замечательный прогресс. Алена Каменева вышивает у нас очень интересный процесс, это Ева Розенстант, производитель Дания. 239 на 187 крестиков, 28 цветов. На данном этапе вышито уже 33% от всей работы. Процесс доставляет огромное удовольствие. Ну, как всегда, у Алены все очень-очень хорошо продумано, и я думаю, что к завершению нашего СП мы увидим полностью готовую работу. Ну, а пока будем наслаждаться вот такими вот хорошими продвижениями. Новая участница нашего совместного проекта Марийка Михайлова, которая хочет присоединиться с наборчиком фирмы Риолис. Это всем известный дизайн и набор «Ветер в гриве». Вышивается на Аиде 14 каунта, ниточки Мулине Анкор 19 цветов, размер готовой работы 30 на 45 сантиметров. Марийка будет вышивать этот дизайн на примету. Мы, конечно же, поддерживаем и желаем скорейшего исполнения данного желания. Появились уже первые крестики, есть продвижение, замечательный старт. Ну и, конечно же, ждем новых отчетов. И мои продвижения по дизайну «Анкор», «Сельские лошади», это сэмплер. Я добралась к центральному элементу, это голова лошади, наполовину она у меня вышилась, получается очень реалистично, мне очень нравится проработка, конечно же бэкстич дробный, очень подробный, но здесь его пока немного. Также вышился элемент с левой стороны и маленький элемент с правой стороны, конечно, там много бэкстича, много
приходилось выполнять разных стежков, но тем не менее эти дизайны, эти маленькие сюжеты уже готовы. Ну и впереди меня ждет еще половина работы. На самом деле работа получается большая. Отрез основы у меня 70 на 50 сантиметров. Но я думаю, что практически весь отрез будет заполнен вышивкой. Ну, также я не удержалась, и пришло ко мне вдохновение повышивать что-то из Dimensions, поэтому я взяла мой старый, так сказать, начатыш, это дизайн Dimensions зимней радости, но сборка клубок желаний, так как этот дизайн, он пока он раритетный, да, будет перевыпуск, но пока этого дизайна нет, и на тот момент, когда я покупала, просто его было нигде не найти, а дизайн очень классный, очень интересный. И с удовольствием повышивала, насладилась полукрестом в 5, в 6 нитей, в 3 нити, и насладилась вот этой цветовой гаммой, разбавила немножко серо-бежевые оттенки, которыми я вышивала лошадку. И сегодня, записывая это видео, которое, к сожалению, записываю с очень большим опозданием, с задержкой, я поняла, почему у меня так все складывается. Я вышиваю лошадок не на примету, а просто из-за любви к этому животному. Мне очень нравятся лошадки, и поэтому организовался совместный проект «Ветер в гриве». Но вот, видите, ничего случайного не бывает. Эти лошадки, в общем-то, мне принесли в мою жизнь очень много разных перемен, много работы. И получилась у меня загрузка большая, ненормированная, и я не могу спланировать время, чтобы снять видео. Поэтому и на моем канале видео сейчас стали появляться намного меньше. У меня много интересных новостей, но времени снять видео пока не нашла. Поэтому вы меня простите за задержку в отчетах, в видеоотчетах. Я буду стараться как-то находить время, но вот видите, вышиваю лошадок, и они меня, так сказать, загружают различными делами, что я не могу никак организоваться. Ну что делать, бывают в жизни такие моменты, будем стараться организовываться, и я хочу сказать, что мне, в принципе, очень-очень нравится то, что происходит в данный момент, но об этом как-нибудь в другом видео. На этом у меня все. Спасибо за ваши отчеты, за вашу активность. Желаю вам хорошего настроения, исполнения ваших желаний. До новых встреч. Пока-пока.